Вітаю, прес-центр продовжує свою роботу у студії Юлія Сирота. Перехід на прохолодну пору року супроводжується простудними захворюваннями. Як вберегти себе та яких заходів необхідно вжити? Саме з цим питанням звертаємось до Алли Толчинської, провідної консультантки Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ, національної тренерки з ефективного консультування з питань імунізації. Вітаємо вас, пані Алло. Доброго дня. Отож, з цього періоду починається якраз сплеск простудних захворювань, так? Трошки про це розкажіть, от що можна сказати, чому саме, і чи не підготовлений організм, чи в чому справа, чому люди хворіють? Ну, традиційно, ну, для кожних вірусів є свої, як би, місяці, коли вони викликають найбільше кількість захворювань. Ну, ми знаємо, допустим, якщо це літо, це кишечні захворювання, ну, якщо це осінь, то починається підйом вірусних захворювань, респіраторних. И эти вирусы респираторные, соответственно, в них входит в число этих вирусов входит и вирус гриппа. Они вызывают у нас какие-то неприятные симптомы, простудные заболевания и, ну, заставляют нас думать о том, что нам делать в этот период времени. То есть осенью дети приезжают все с каникул, собираются в организованные коллективы, перепады температур. То есть очень много факторов, которые способствуют тому, что этот подъем заболеваемости случается именно осенью. Так происходит. Але ж можно сказать про то, что организм набрався силы, потому что было лето. Да, и... много солнца, мы ели фрукты, овощи. Так. То есть, в принципе, не всегда это зависит от нас. Угу. И то, что дети съезжаются и собираются в коллективы большие, то, что в транспорте много людей, да, часто он не очень проветривается, или мы не используем маски, ну, сейчас, наверное, больше используем, но раньше мы это не делали, поэтому и днем жарко, ночью холодно, мы не знаем, как нам одеться, вспотел, переохладился или наоборот. То есть много факторов, которые способствуют тому, что мы можем заболеть. Сьогодні ми будемо говорити про те, як полегшити собі життя, тобто що зробити для того, щоб менше хворіти, яких заходів потрібно вжити. От, на ваш погляд, це імунізація чи, можливо, щось ще? Я би не сказала, що це альтернатива, да, или імунізація, или что-то ще. То есть ми всі прекрасно знаємо, об этом все говорят и все знают, но не все, к сожалению, это используют, но здоровый образ жизни, он способствует, да, тому, чтобы человек не болел часто, тому, что чувствовал себя замечательно, если он кушал витамины летом, занимался спортом, начал закаляться летом и к зиме подготовленный подошел, и в этот период времени доктора рекомендуют сделать вакцинацию. Одно другое не исключает. То ли мы соблюдаем здоровый образ жизни и считаем, что мы здоровы и ничем не заболеем, но вирусы об этом, к сожалению, не знают. Поэтому вакцинация, как проверенный веками метод профилактики многих инфекционных заболеваний, это прекрасный способ не то, что не заболеть, но не заболеть тяжелой формой и не умереть. Угу. Ковід, це зрозуміло вже, люди по дві зробили вже прививки, два щеплення, два рази, так. Дехто ще не встиг, один раз тільки зробили. Але ж тут наближається час, коли ми можемо зробити ще щеплення від грипу. Чи можна сумісно робити одне і інше щеплення? Який інтервал повинен бути? Як це вплине на здоров'я людини? Вірус грипа нікуди не ділся. В том числе, как и вирусы, другие совершенно, которые вызывают детские инфекционные заболевания, там, например, корь или ветрянка, и вакцинацию от этих болезней тоже никто не отменял. Поэтому сделать прививку от гриппа традиционно осенью, хотя в развитых странах ее можно сделать в любое время года, но у нас так происходит закупка вакцин, что вакцины сейчас уже в Украине, и их сертифицируют, и буквально там в течение нескольких дней, по данным Министерства здравоохранения, эти вакцины будут доступны в Украине, можно будет купить. Так как эта вакцина не входит в календарь прививок, вакцина платная, и каждый человек, ну это, ну, не те деньги, о которых можно говорить, если сравнивать с затратами на лечение того же гриппа. Поэтому можно купить в аптеке, договориться со своим семейным врачом и сделать прививочку от гриппа. Я много лет уже делаю эту прививку и чувствую себя абсолютно спокойно. И это не значит, что я точно вообще никогда не заболею. Я могу заболеть, но легкой формой.
Тобто ви не лежите по декілька днів з високою температурою, так? Да, тобто да, легко, як звичайно. В легкій формі, і я замітила, ну, і ОРВІ практично не болею. Тобто, ну, зробити прививку, це вже, наверное, як почистити зуби. Тільки кожен год вже буквально, ну, от, може бути, лет 6-7 я роблю прививки від грипу. І всім советую, рекомендую, вся моя сім'я привита. Коллеги мои привиты, мы традиционно прививаемся каждый год и ждем, когда пораньше появятся эти вакцины. Угу. А чи можуть вони бути сумісними з щепленням від ковіду? Да, ви можете зробити прививку від грипу. Як рекомендує Міністерство здравоохранения, інтервал між прививкою від грипу і прививкою від ковіду має составляти 2 тижні. Тобто, якщо ви, допустим, сьогодні зробили вакцину від ковіду, через 2 тижні ви можете зробити вакцину противогриппозную і ще через 2 тижні зробити повторну вакцинацію від ковіду, ну, якщо це факт. То есть там сроки позволяют даже между вакцинациями. То есть соблюдая интервал 2 недели, можно делать совершенно спокойно эти вакцины. Чи можна, чи потрібно готуватися до ось цієї процедури, якщо людина, наприклад, має алергічні прояви, чи що ще може бути протипоказанням? Нужно, во-первых, обязательно посоветоваться со своим семейным врачом. Выберите его, если у вас его нет. Посоветуйтесь, когда вам лучше сделать эту вакцину, если вы чем-то болели, обострилось какое-то заболевание, как вам лучше выбрать период времени. Но в любом случае люди с тяжелыми какими-то хроническими заболеваниями, они являются группой риска по тяжелому течению ковида, поэтому эти люди должны в первую очередь привиться, а не так, как говорят, ой, у меня тяжелая болезнь, я не буду прививаться. Но шансов умереть у этих людей гораздо больше, чем у людей, которые первыми побежали на вакцинацию, потому что когда мы делали летом прививки от ковида, то в очереди очень часто можно было, ну, наверное, процентов 80 было людей молодого возраста, которые хотят поехать по туристическим каким-то делам своим, да, и иметь ковидный сертификат. Но в первую очередь, конечно, должны прививаться люди с группы риска и с онкологическими заболеваниями, в том числе и с аллергическими заболеваниями. Просто надо учитывать то, что противопоказанием вот абсолютным является анафилактическая реакция на первую прививку. То есть это шок, ну, такая сильная аллергическая реакция. Если у вас бронхиальная астма, то вам нужно сделать прививку. Ну, то есть практически все хронические заболевания – это показания для того, чтобы сделать прививку от ковида. А як перевірити, що буде легше, наприклад, чи може бути так, що ви… Ну, в Україні я ще не знаю таких случаїв, вот такої анафілактичної реакції. Коли роблять прививки від ковіду, я сама була тим свідетелем, наші пункти вакцинації організовані так, що ви, роблять першу прививку, ну, перед прививкою ви говорите з доктором, ну, вы уже добровольно пришли, вам померяли температуру, у вас все окей, у вас нет никаких острых состояний, и вас спросили, нет ли у вас там какой-то очень тяжелой анафилактической реакции на что-либо. И вы после того, как делают вам первую дозу, вы сидите полчаса. Вот в эти полчаса за вами наблюдают. То есть реально так происходит, никто не уходит. Все сидят, есть доктора, которые могут оказать, они знают, как оказать эту первую помощь при анафилактической реакции, поэтому вы там сидите, все в порядке. То есть за эти полгодины зрозуміло, да, если что-то не так, если, ее відправляють до пункту, да, где да, да, есть доктора в пункте вакцинации, первая помощь, неотложка, все работает, поэтому... Больше, просто не боятися і робити усе, що потрібно для не бояться здоров'я. І понять для себе, зачем ви це делаете. Потому що коли люди погибають від ковіду, їх реально много умерших, і вони готові віддати все для того, щоб вернути время назад, і лучше б я привився. Да? А коли чоловік думає, ну от я проскочу, а чому йому я должен болеть тяжело, ще щось таке. Ну, от, большинство інфекціоністів, які непосредственно лечат ковід, говорять, що лишний вес, сахарный диабет – это очень высокий риск тяжелого ковида. И исследования, которые в мире проводятся, да, это инфекция новая, да, буквально сколько мы с ней живем, 1.5 года всего, почти 2, да, и, естественно, клинические испытания, какие-то результаты вакцинации, они говорят о том, что, ну, в том числе те, которые опубликованы в серьезных медицинских журналах, говорят о том, что практически исключается летальный исход, ну, то есть смерть в результате ковида у людей, которые привиты. Угу.
З приводу того, що віруси мутують, і цього року, можливо, з'явиться інший вид ковіду. Ну, коронавіруси взагалі, в принципі, і мутують, в тому числі, як і вірус грипа мутує. Но вакцини від грипа кожен рік під нові штами створюються. Не виключається, що вакцини від ковіду теж будуть иметь, ну, как бы, разновидности. Не исключается, что будут комбинированные вакцины от гриппа и ковида. Угу. То есть это вирусы, они мутируют. Но вакцины, которые сейчас, которыми мы прививаемся от ковида, по клиническим данным, абсолютно эффективны и для дельты тоже. То есть какой штамм будет следующий, неважно. Но это разновидность. Угу. И суть и принцип действия вакцин в том, чтобы организм один раз познакомился с этим вирусом, но и либо ослабленным, либо убитым, либо кусочком этого вируса. И этот вирус действует как антитело, то есть это то, что инородное попадает к нам в организм. А мы уже с ним познакомились, выработали на него антитела, и мы уже готовы. И когда мы сталкиваемся с реально агрессивным, таким серьезным вирусом, то организм говорит: я тебя уже знаю, и я с тобой бороться уже умею. Угу. И в этом принцип вакцинации любых заболеваний. Неважно, какие вакцины там убитые, живые или еще какие-то использующие кусочки этого вируса, но принцип действия таков, угу, что мы к этому готовы. Поэтому говорить о том, что лучше я переболею, не стоит. И опять-таки испытания клинические говорят о том, что иммунитет после вакцинации дольше и сильнее, чем после перенесенного заболевания. Так, пані Алло, з приводу здорового способу життя ми вже поговорили, і ще хочеться запитати вас з приводу харчування, яким воно, на ваш погляд, повинно бути саме в цей період, аби організм переносив як холоди, які вже скоро будуть, так, і взагалі ось цей період адаптації? Ну, советы по питанию, традиционное питание должно быть разнообразным. То есть это должны быть и белки, и жиры, и углеводы, зелени много, овощи, каши традиционно в Украине используют. То есть у нас квашеная капуста, свекла. То есть у нас очень много овощей и фруктов, которые реально осенью доступны. Это и яблоки, ну, у нас и экзотических фруктов достаточно. То есть всего этого много, важно, чтобы питание было разнообразным. Кто любит пищевые добавки, ну, люди, если вы в это верите, ешьте. Не верите, ну, не ешьте. Там, ну, это пластик, в котором что-то. Угу. Очень натуральное и очень выгодное человеку, чтобы продать. Ну, пожалуйста, ешьте, если вы хотите. Не забывайте о том, что витамины – это лекарство. Ну, я имею в виду аптечные формы. Это лекарство. Любое лекарство имеет показания, противопоказания и побочные действия. Любое, даже витамины. У вас может быть аллергия, у вас может быть непереносимость каких-то компонентов. Поэтому, во-первых. Во-вторых, не у каждого человека может быть, как у нас любят говорят, гиповитаминоз или авитаминоз. То есть гипо – это сниженное количество витаминов. Сейчас очень модно анализы эти делать. Авитаминоз вообще когда нету. Но практически авитаминоз, ну вот если там человек на необитаемом острове и ест только, я не знаю, что он там ест, ну, траву, ну, так, грубо говоря, да, гипотетически. Угу, угу. Ну, у него будет недостаток каких-то витаминов, которые он не получает с пищей. Но мы-то живем как бы в условиях нормального доступа к разным продуктам, поэтому чистого авитаминоза у нас практически не бывает. Но бывает в результате каких-то там хирургических операций или еще чего-то. Можно бы послабленный. Да. Но в основном это, как правило, там гипо может быть витаминоз. Но опять-таки может быть и гипер, то есть больше. То есть если человек думает, что он съест ведро витаминов и сразу станет здоровым и счастливым, то нет. Если у него нет недостатка, он создаст себе переизбыток этого витамина. И есть симптомы переизбытка витамина. Поэтому если вы уже там очень хотите оздоровиться и посоветуйтесь сначала со своим семейным врачом, нужно ли вам это делать. И никогда не надо думать, что витамин – это лекарство, ну вот для здорового человека. То есть лекарства от всех болезней нет. Угу. Может быть, какие-то симптомы, что у вас чего-то не хватает, тогда вам, может быть, там доктор посоветует там попейте такой-то витамин или еще что-то. Угу. Или ешьте больше там чего-то там. А колись було прийнято просто навесні та восени ось дозовано вживати вітаміни. Тобто, ну, такий був принцип. Мені кажется, це більше інтерес производителей. Угу. Продати нам что-либо. Если нету никаких беспокойств, вы чувствуете себя замечательно, нормально питаетесь, разнообразно занимаетесь спортом и выходите на свежий воздух, на солнышко, вам не надо кушать витамины.
Справді, з приводу вітаміна D, ось люди, які робили аналізи, вони говорять, що навіть влітку його не вистачало багатьох. Ну, да, опять-таки, як робити ці аналізи, які норми, я смотрела в Ланцеті і на CDC, на сайті американському центру по контролю заболіваємості, то у них різні норми вітаміна D, содержання, чим в наших лабораторіях. Ну, то есть, зрозуміло. Кому-то интересно, может быть. То есть разный подход. И если же вы делаете анализы, пожалуйста, договоритесь с доктором, пусть он эти анализы интерпретирует, то есть оценит, что там, нужно ли это делать или нет. А не лаборатория, которая может быть заинтересована, к примеру. Ну, то есть я заметила, да, что вот там, допустим, на CDC, ну, гипотетически норма там от 20 до 40, ой, до 60, то наша лаборатория пишет от 40 до 50, ну, то есть меньше интервал, а там уже, ну, вы, пожалуйста, добавочками доешьте это. Но не факт, что вы, то, что вы будете есть, оно усвоится, тоже вопрос. Можливо. Поэтому оценивать по анализам я бы не стала. Я бы, допустим, оценивала по состоянию организма, да, если часто, если утомляемость, если нету сил, если, ну, я не знаю, еще какие могут быть, ну, разные симптомы, выпадение волос, слоятся ногти, то есть там может быть, опять-таки, посоветовавшись с доктором, доктор оценит и скажет, каких витаминов не хватает. Поняла, скажите, будь ласка, от багато людей хвилюються, чи здорові вони, чи ні, взагалі, так, і для того, щоб знати точно, що їм робити, яких там заходів треба вживати, жити, то, можливо, краще пересвідчитись, прийти, зробити якусь диспансеризацію для себе і вже точно знати, ви здорові і вам не потрібно нічого зайвого, аби собі не нашкодити. Да, ну, ну, во-первых, выбрать врача семейного, которому ты доверяешь, который молодец, учится, знает все современные методы, не назначает вам миллион лекарств, которые вам не нужны, когда вы здоровы, и рекомендует вам вакцинироваться от гриппа и от ковида. Такому доктору я бы доверила свое здоровье и спросила бы там электронное направление на бесплатную флюорографию, сделать анализ крови на сахар, к примеру, раз в году. Если я, ну, я женщина, мне надо к гинекологу обязательно сходить. То есть какие-то минимальный набор исследований, он у вас не займет много времени, не возьмет у вас денег вообще никаких, потому что государство платит за это. Поэтому сходить, посоветоваться, поговорить не обязательно. Можно даже в телефонном режиме электронное направление получить и бесплатно сделать. Багато людей зараз переходять саме на такий режим? Да. Да. Люди дбають про своє здоров'я, так? Да. Ви да. вже помітили, да. що зараз більше людей, да, і к сімейним врачам очень много обращаються пацієнтів. Многі пацієнти поняли, що сімейний врач это человек, который помогает им в вопросах здоровья и советуется, особенно если вы найдете хороший контакт, то вы можете в Вайбере переписываться, ну, не ночью, понятное дело, тоже семейный врач, тоже человек, но в любое время можно посоветоваться, и он как диспетчер, но только в таком хорошем смысле. Угу. Он вам, вас направит, скажет, ага, вот сюда, и прививочку вот эту пора, и вот тут вот сходи, пожалуйста, сделай маммографию, ну, к примеру. Угу. То есть можно очень много для себя плюсов найти. Профілактика, це вже останнє буде питання. Ми багато чого сьогодні вже встигли поговорити і вже розуміємо, як ставитись до свого здоров'я, особливо в цей період. Профілактичні заходи ще, можливо, якісь? Ось трошки про них, буквально на хвилину. Ну, саме перша вакцинація, я би сразу пішла і зробила. От я жду, коли прийде вакцина, я би зробила прививку від грипу. І я би дуже попросила наших жителів не покупати собі сертифікати ні в коєму випадку. Ну, во-первых, ну, как бы, если липовый совсем купить, то это криминальная ответственность. А если такое, наверное, тоже бывает, когда выливают вакцину, вам там вписывают, но вдруг вы потом одумаетесь и через 2 месяца придете попроситься сделать на самом деле, ну, вам скажут, извини, уже ты уже сделал. Да, то есть 10 раз подумайте, не покупайте, ну, ну не надо. Потому что, ну, во многих организациях требуют, чтобы человек был вакцинирован. Ну, это как бы обязательное требование, это как школы у нас. Должны быть учителя привиты в больницах. Вот в Нью-Йорке, я слышала, сегодня уже увольняют людей, которые не привиты. Медсестер увольняют, которые
не имеют прививки, они не имеют права работать в госпиталях. Ну, это нормальное требование абсолютно работодателя. Поэтому я бы вот сделала в первую очередь прививку, я бы их больше по утрам ходила пешком, не ездила в транспорте, наверное, при любой погоде, ну, не там, не при гололеде, да. Я бы ела фрукты, овощи, вечером бы поменьше мучного, пошла бы в бассейн, может быть, занялась каким-то спортом. То есть, ну, такие обычные простые вещи, и одеваться по погоде, больше позитивних емоцій. Це дуже важливо. Так, дякуємо вам, пані Алло. Справді, все вже розповіли. Я думаю, що якщо люди будуть дотримуватись всього, що ви сказали, вони будуть здоровішими. І дбайте про себе, будьте здоровими. Дякуємо, що були з нами. Прощаємось. Прес-центр відкритий. Завтра вже починаємо роботу о 11:15. До побачення.